Так, ребят, как нам установить камеру заднего вида? Вот такую камерку я установил. Она уже стоит. Где она у нас? Вот. Вот она. Так, что мы делаем? Так как она установлена, эта камера та, которая на сверло садится. Отмеряем расстояние, просверливаем 8 миллиметров. Для этого даже не обязательно снимать бампер. Бампер снимается, сейчас вот покажу. Первым делом заходим сюда, вынимаем вот эту штучку. Снимается она довольно легко. Раз, и видим вот такую штучку. Откручиваем клеммы. Так. Одно. И вот там вторую фишку. Вот эту вот фишку.